Всех приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу рецепт, который поможет привести страдающим людям сахар в норму, а также, в общем, укрепит иммунитет и простудные заболевания уменьшатся. Итак, рецепт очень прост, но эффективен. На полный курс на 10 дней вам потребуется 3 килограмма лука. Обычный репчатый лук. Сегодня я приготовим на порцию на один день. Так нужно будет делать на протяжении 10 дней. Берете 300 грамм репчатого лука. У меня получилось вот таких 6 луковиц. 300 грамм. Вкладываем в кастрюлю. И заливаем 250 миллилитров воды. Накрываем крышкой, ставим на плиту, доводим до кипения и будем кипятить 8-10 минут. Итак, мы 10 минут прокипятили. У нас получается вот такой вот отвар. Сейчас нам нужно будет дать немного остыть отвару, поднастояться, процедить его и разделить на 3 ровных части. Лук выбрасываем, можно с него отжать воду. Если вы порежете лук, не целыми сварите, можно кипятить не 10 минут, грубо говоря, а минут за 7. Ваш отвар может быть готов уже. Лук непосредственно через марлю отжимаете, лук сам выбрасываете. Делим напиток, отвар на 3 части и употребляем за 30 минут до еды. Ту же последовательность действий повторяем на протяжении 10 дней. Курс лечения наш 10 дней. Перед повторным курсом сделайте перерыв в несколько месяцев. Таким образом, употребляя данный отвар одним курсом в течение 10 дней, ваш уровень сахара в крови начнет снижаться. Вы сами убедитесь и заметите. Иммунитет ваш для профилактики также будет укрепляться и возрастать. Используйте проверенные рецепты народной медицины, которые уже на протяжении веков применяются и доказывают свою эффективность. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч!